Блин, лампа, лампа, лампочка. Кольцевая лампочка. Блин. Мечтаю о тебе. Вот бы мне ее кто-нибудь подарил. Эту лампу. Блин, как мне ее не хватает. О, а что это такое летит? Эй, ты что такое светящееся, а? Я твоя волшебная фея, начальник. Кто? Фея твоя, ёпта. Я выполню одно твое желание. Только массаж не буду делать. Слушаю тебя. Хочу кольцевую лампу RL-21, 54 сантиметра. Слушаюсь и повинуюсь. Когда проснешься, она будет лежать рядом. Нифига себе! Я все думал, что лучше приобрести софтбокс или кольцевую лампу. Думал, думал и решил не париться и просто попробовать приобрести кольцевую лампу. Это кольцевая лампа RL-21 LED Soft Right Light. Диаметр этой лампы 54 сантиметра. Она очень здоровая. Плюс в комплекте идет штатив или по-другому тренога для крепления этой лампы. Так, ну что, приступим к распаковке. Я эту лампу проверял перед покупкой. Вот. И она может быть, конечно, уложена не очень хорошо, компактно. Что, конечно, я чувствую. Может быть, вам не видно, но я чувствую, что чуть-чуть выпирает бугорок. Так, достаем саму лампу. В коробке больше ничего нет. Почему я делаю обзор на ковре? Потому что эта лампа у меня на столе не помещалась. Все, здесь тоже ничего нету. Вот она, господа. В комплекте идет пульт. Шнур. Питание. Такой вот кабель питания, значит. Написано, что он 3 метра. Думаю, да, 3 метра есть. Вот такие вот держатели для смартфонов, телефонов. Они вот так вот раздвигаются. И вот здесь вот телефон зажимается. Вот здесь вот. Это сама из металла, прям крепкого такого. Прям уверенно, короче, будет ваш телефон держать. Их будет 3 штуки. Первая есть. Так, вот вторая. И вот третья. Сильно затягивать здесь вот не надо. В этом месте. Ну, теперь сама лампа. Вот такая вот она, ребята. Это лампа. Два USB питания для ваших телефонов, короче. Потому что можно вставлять сюда до трех телефонов.
Это питание, это включение-выключение. Вот это две крутилки, одна яркость отвечает, другая цвет, цвет, тон. То есть теплый, холодный и нейтральный. Плюс вот сюда вот три ставится штативчика. Сейчас вы все увидите. Да, кстати, хотел сказать, в комплекте идут батарейки у пульта. Это очень хорошо. Так, теперь мы распакуем штатив. В комплекте только сам штатив. Вот крепление для лампы. У этого штатива высота 2 метра. Ну, здесь все очень просто крепится. Сейчас я покажу вам. Это вот отверстие вставляется вот сюда вот. И притягивается здесь специальным крутежком вот этим. Вон, видите, винтик там. И все, в принципе, она встает. Как прикручиваются держатели для телефонов? Просто вставляем и закручиваем. Первый держатель готов. Три держателя в сборе. Ну что, ребята, дальше устанавливаем саму лампу. Вставляем саму лампу и затягиваем вертушок сзади. Все готово. Так, ну что, в принципе, я включил лампу, вы видите. Теперь порегулируем ее. Сейчас меня плохо видно, потому что она освещение в центр сюда направлено. Допустим, вот яркость. Сейчас я сделаю максимальную яркость. Нифига себе. Охренеть, да у меня прям всю комнату видно. Обалдеть. Это вот холодный цвет, вот это вот цвет нейтральный такой, и вот этот вот цвет, я не знаю, он, наверное, не виден, но мне виден здесь хорошо желтый. Теперь убавляем ее в минимум. Ага, во, прикольно, блин, вообще, офигеть, с ней поиграться, короче, можно прям. Так, ребята. Я распаковал пульт, батарейки вставил. Вот оно вот так вот выглядит. Сейчас я установлю телефон. Сейчас я снимаю на телефон. И в данный момент кольцевая лампа выключена. Сейчас я ее включу. Сейчас у нее свет нейтральный, работает на минимальной мощности. Будем прибавлять. Блин, у меня сейчас глаза будут даже слезиться. Блин, очень ярко, конечно, она светит. Сейчас я сделал холодный свет. Сейчас вот цвет более в желтый такой. Теплый еще по-другому цвет называют. Буду использовать эту лампу для проведения стримов, снятия обзоров, влогов или еще чего-либо.